В данный момент идет беспрецедентный шантаж меня, моих подчиненных, ответственных лиц СА «Франзелуцци», директоров заводов, представителей в консилиуме от коллектива «Франзелуцци», работников охраны. Их вызывают на допросы, на них давят, требуют объяснений. Хотят перетянуть на свою сторону те, кто хочет отобрать под свой контроль предприятие «Франзелуцци». Я хочу вам сказать, что это беспрецедентный случай такой травли меня как руководителя, которого не было, наверное, с периода 90-х годов. И я, к сожалению, не могу этому противостоять. И в условиях организованной травли, провокаций и других бесправных действий со стороны правительства я вынужден был согласиться с решением консилиума о моей отставке. Хотел бы вам сказать, что я не согласен с этим решением. И я не согласен с мотивами, которые в нем высказаны. Однако вынужден подчиниться, когда я уже могу опасаться за собственную жизнь и состояние моей семьи. Хочу вам сказать, что я уже получил первую анонимку непосредственно в почтовый ящик. Чего мне дальше ждать? Зараженной воды? Отравленного сырья? Так вот, в тех условиях, в которых сейчас работает предприятие, и то давление, которое оказывается на коллектив, управлять предприятием практически невозможно. И я чувствую по заявлениям официальных лиц и силовых структур, что они готовят массированные действия против предприятия, которые приведут к его дестабилизации. В результате будет нарушена производственная программа и подвергнута опасности и угрозе снабжения города хлебом. Я принял решение подчиниться решению консилиума, но оставляю за собой право отстаивать в суде правоту всех своих действий, а также наказать ложь всех тех, которые обвиняют меня и направляют это официально в присутствии масс-медиа. У меня есть много доказательств того, как представители Либерально-демократической партии из власти и, пользуясь властью, хотят продвинуть коммерческие интересы. Напоминаю вам, что это грязная кампания, которая затеяна специально, чтобы убрать с должности меня как генерального директора. Акционя лой, есть логика, дар требясь фифакуты мэдди молт. Ну, квашал в компании, где пазы на спать и кумпать, если думал, я меня не цат. Мне пари, что ча май мари пресюни, каре афост, афост дин партия domnului Baleca de a rămâne în funcția de director a întreprinderii Franzelucța. Și toate tentativele de a aduce întreprinderea la un normal au fost împiedicate de domnul Baleca. Și eu cred că decizia de a demisiona din această funcție este și logică. Și după toate acțiunile care el le-a făcut împotriva instaurării ordinii la această întreprindere, vor fi, într-un fel sau altul, luat o atitudine față de ele. Păi domnul Baleca poate spune orice, dar cifrele arată contrariu. Eu din nou repet, nu trebuie de idealizat și idolizat o persoană care a încălcat legea. Eu nu pot să, nu este poate dreptul meu de spus că a încălcat legea, dar totul arată spre asta și organele competente să se expună referitor la aceste acțiuni. Dumnealui încă nu a realizat faptul, chiar dacă și-a dat demisia, dar repet încă o dată, nu a realizat faptul cât de mult prejudiciu el a adus întreprinderii, imaginii întreprinderii, imaginii țării, cu acțiunile sale privind neadmiterea și consiliului, și membrilor consiliului în întreprindere, și sechestrării membrilor consiliilor în cadrul întreprinderii și multor altor acțiuni.